Опытом работы с людьми на примере своих общественных приемных сегодня со студентами юридических факультетов делились активисты движения «Белая Русь». Такая форма участия в жизни граждан уже подтвердила эффективность. Чаще всего люди идут с вопросами трудоустройства или улучшения жилищных условий. Юристы организации консультируют и могут привлечь к решению вопроса компетентные службы. В свою очередь, будущие специалисты предложили опыт работы общественных приемных перенести в социальные сети и информационные порталы. Естественно, вот те молодые люди, которые интересуются общественной жизнью, политикой, для них важно донести вот какие-то навыки, ну, информационной работы конкретно в соцсетях, в интернете. Главное, чтобы вот общая некая магистральная линия была выдержана. Возможно, продвижение в соцсетях каких-то тем, групп, какой-то, каких-то тенденций. Многие студенты выразили желание поучаствовать в общественных приемных в качестве волонтеров и готовы давать юридические консультации на своих страничках в соцсетях.